все-таки еще грязь осталась. Собираем байдарки. Вроде собирали, воды не было. Идет прилив. Теперь в воде уже все. Вот перемещаемся немножко, перебазируемся. Сейчас скоро тут все затопит. Будем на острове. Надо успеть собрать. Ну я-то уже собрал, мне осталось накачать только. Мишка надо там еще мучается. Надо было на берегу собирать, блядь. Да, надо было. Вот так вот спасаемся от воды. Нормальный сбор, блядь, да? А ты что думал? Ты на воду приехал? Будет все сырое. Вот так вот помогаем Мишане собрать байдарку, он нихера не успевает. Да, потому что взял с собой дилетанта, да? Да, у него виде меня. Сложно собирается. Ну, в смысле, как у меня, но просто больше всяких элементов. Так, ну все, собрали Мишане байдарку. Вот у него такая. Мишань, как у тебя называется? Онега. Онега 2, двухместная. С одного магазина, у меня тоже Тритон. Так у меня не Онега, у меня Шуя. Шуя один, подписчики уже знают, что у меня за байдарка. Так, сегодня с нами Вован, Мишаня и, собственно, я. Ну все, вода практически уже до берега дошла. Мишаня докачивает свою лодку, свой плот. И выдвигаемся. Сегодня решили поплавать здесь, на Яграх. На Ягрин Рок. Плаваем. Раз там не были сегодня вообще. Ветра даже нет. Штиль. Классно. Рыбаки там плавают. Все, загружаемся. И отчаливаем. Так, может, плаваем вокруг Ягр. Ну как, вокруг не получится. Через акваторию, если в Маше не проплыть. Может, до моста сплаваем. Взяли с собой котелок, чайник. Перекусим вечерком. Блин, тут еще стартовать хреново. Мелко. Придется ноги замочить. Правда, их уже немножко замочил. Не могу с места сдвинуться. На мели. Будем ждать, когда вода прибудет. Я-то еще ладно, как парни вдвоем будут. Горе-путешественники пытаются там на воду выйти. Я уже отгреб тут метров 50. Тут все еще по колено. Вон какая тут мель. Лопасть весла. Даже, лопасть весла даже не скрывает. Выгребли наконец-то. Что, в какую сторону погребем? Ну, к этому, наверное, к Рогу. К Ягрин Рогу? Ну, да. Вид на город. Точнее, на Ягры. Ребята опять на мель сели. А, все, вон, выбрались уже. Гребут. Подгребаем к острову Ягрин Рог. Фига себе, парни втопили. Ягрин Рог. Так, вот на этом острове летом я первый раз, впервые. Парни мучаются с пристани. Сейчас оплывем вокруг Ягрин Рога, потом сплаваем до маяка. Вон там торчит, над лесом видно. А дальше там по протокам, думаю, может, по островам, где поплаваем, походим. Это у нас так, тренировка. Тренировка перед Карелией. Через месяц отправляемся на байдарках в Карелию. Будет интересный маршрут. Буду снимать видео. Вован вообще в кроссовках. Ноги еще не замочил. Байдарку сядется, Мишка его толкает, блин, полкилометра. Я ленивый, просто ленивый дальнобойщик. Я не знаю, что показать. Поворотник, блядь. Вот такая тут открытая вода. Там вдалеке берег виднеется. А там впереди все, белое море. Ничего нет. А сзади Ягры. Здесь еще лед по берегам. На острове Ягрин Рог. Вот как удобно тут причаливать. На льдину сразу. Да, тут классные такие пески. Летом вообще кайф, наверное, загорать. Так, и где же это лагерь? Блин, походу он на том острове. Точнее, не на том острове, а дальше он там. Так, ладно, что, погребем дальше. Еще с полкилометра, наверное. Нифига тут чаек.
Что, видно там? Чего-нибудь? Ух ты! Сколько гусей на острове. Ну вот, подплываем к развалинам инфекционного лагеря. Вот он на берегу. Так, здесь я впервые. Сейчас походим, посмотрим, что там осталось. Живой от него. Видимо, только одна стена. Ничего себе. А что тут кирпичи делают на льдине? Так, как отсюда вылезти? Все во льдах. Все, еле тут выползли. Все в льдинах. Льдины все откололись, болтаются. Ну ладно, байдарки вытащили, чтобы не унесло вот приливом. Пойдем походим, посмотрим. Ой, блин, что тут интересно. Старый заброшенный инфекционный лагерь. Да, вот уже маяк виднеется. Вон видно, даже не приближая. Блин, а там так спокойно вон там, да, смотрите, штиль. Хоть тут маленький был лагерь, да? Я думал, что он тут больше. Небольшое такое здание. Одинокая сосенка стоит на обрыве. А на этой сосенке гнездо. Есть там кто-нибудь в гнезде? Да, где широкоуголка? Ну все, отправляемся к маяку. Там сейчас, возможно, согреем чайку. Что-нибудь перекусим. Нет, правда, прохладно становится. Вот какая тут мель. Ну вот, показался из-за берега маяк. Дождик моросит немножко. Вот мы уже до маяка практически доплыли. Айсберги на пути. Так, высадились тут с Мишани на островке снежном. Сейчас хотим разрушить вот этот сейт, вот это строение. Мадафак, этот сейт пришел на наш район и угрожает нашим друзьям и близким. Че, беги? А ты с другой стороны вон там. Вот стой? Да. О, ни хера себе! Вот так вот, пока Мишка не видит. Мишка гребет, а он меня подцепил. Плывем. Интересно, когда до него дойдет? Не, дошло. Блин, дождь пошел. Как и обещали. Ребята там на мель сели. Выгрести не могут. Так, людишки какие там гуляют у маяка. Так, точнее, это не маяк, по-научному называется створа, наверное. Все ее называют маяк, и на карте она обозначена как маяк. Как говорится, залетели на айсберг с двух ног. Нам же до центра долетели. Что-то какая-то половина, блядь. Все, сгрузились у маяка. Точнее, вот у этой створы. Ёпта. Так, вот мы забрались на маяк. Вот такие тут виды на Ягры. Там вдали Архангельск. Первая, вторая, третья коса. Здесь остров, не помню, как называется. Так, вот Ягрин рог. Вот отсюда мы приплыли. А, блядь, мы что прошли-то? Тут прошли, хотя казалось пиздец далеко. И там, блядь. Нафигня мы тут проплыли-то? Сейчас идем тут вот, костер тут ожег, костер еще дымится, перекусим, согреем чайку, отдохнем и поплывем, наверное, в Ягорку.
А с Ягорки там придется до машины пешком идти. Достану свою газовую горелку с чайничком. Если у меня газа хватит, то мы поедим и попьем чая. Чайничка, чайничек, горелка. О, ровно литр. Да, такого костерка не согреешься. О, там профессионал Мишаня пошел. Сейчас он найдет нам дров. Да, Мишаня любит с дровами ходить. Это хорошо получается. Только приносит иногда сырые. Не разжег, а раздул. Мишаня дровишек притащил. Костерчик зажгли, сразу так тепло стало. Погреться можно. Сейчас жопу просушим, Саня. Да, надо жопу просушить, а то у меня сырая она, замерзла вся. Вода еще прибыла. Мишка с Луваном пошли за байдарками. Это скоро до них не дойти будет. Заливает там все. Да, чуть не прозевали. Прилив. Да, Мишаня нас тут разыграл немножко. Говорит, чай забыл. И решил тут разогреть бублик свой. Костер бросил. Че, Жань, может, пора доставать уже? По-моему, он уже подогрелся. Все, Мишань, нет настроения. Пирог уронил, жрать нечего. Чай забыл. Ну, все, поели. Попили чайку. Ну как чайку? Просто горячего кипяточка. Я представлял, что пью чай. Мусор тут за собой сожгли. Все, сейчас двинем в сторону Ягорки. Тут недалеко. Спасибо, я пообедал. Все утепляются? Здорово! Только мне утепляться нечего. Да, байдарочки, вот хорошо, что затащили сюда. А то туда уже не попасть, к маяку, где мы их оставляли, на льдине. Все затопило. Хорошо я заметил, блядь. Да. Сейчас бы пришлось по колено в воде туда идти. Мы вообще бы там не прошли. Хотя, я думаю, байдарки бы, наверное, уплыли уже. Блин, байдарки-то мы утащили. А жилет-то я свой оставил на маяке. Ой-ой-ой. Ой, байдарка уплывает. Маяк полностью затопило. Ребята вон уже плывут. Айсберги на пути встречаются. Встретили морского котика. Блин, пока подплывали, он нырнул. Так, вон он торчит, голова. Боится. Подплываешь, он ныряет. Ну ладно. Какая-то грязь плавает. Трава, камыши. Котик на льдине. Подплываю. Сейчас нырнет. Все, ушел. Ну все, вот за поворотом уже будет сейчас Ягорка. Охренеть тут льда сколько вынесла. Вот мы и в устье Ягорки. По берегам еще лед. Здесь она уже оттаяла, эта Ягорка. Значит, придется обратно грести. Или здесь выходить, идти болотом пешком. Плывем такие, плывем по Ягорке. А здесь херак. Льдина поперек Ягорки. О, не знаю, проплыву ли я здесь. Вообще там пройти можно. По тому борту можно было бы пройти. Ладно, сейчас попробуй здесь просочиться аккуратно. Все, вот так вот прошел тут. Об самую бровку. Здесь, потому что тоже льдина. Пришлось к самой траве прижиматься. Походу, ребята поплыли на тот берег. Ну, какая льдина. Прям поперек стоит. К дну прилипло. Примерзло. Блин, тут тоже столько проток. Хрен знает, какую нам лучше. GPS ни хрена не работает. Глючит. Показывает, что мы вообще в городе. Вроде и там большая протока, и тут. Даже не знаю, куда идти. Решили пришвартоваться. Потому что они ноги затекли. А, прогуляться. Размяться. Воинская часть тут напротив. Ну все, мы сориентировались. Сейчас уже после поворота будет тропинка к месту, где мы стартовали.
У Вована головы не видно. Спрятался в жилет. Ну все, отчаливаем. Надеюсь, это был последний привал. Рыбаки какие-то, что ли? Моторы спутывают, плавают. Ух ты, какой вид отсюда открывается. Что такое? Военная часть там стоит. Так, ну вот уже подплываем к гаражам. Здесь уже гаражи. Что-то лодки тут под вечер разъездились. Ну все, причалили. Тут вроде какая-то тропинка. Слышь, поэт, твоя муза похожа на зверь неведомый. Она копия Триппи Реда, но не дредами. Малая даже не скажет, что в плечах косая сажа, не глаза, как узники в Диндане глубоко посажены. Свою байдарочку сложил. Вон там что-то изучает. Хочет себе такую же приобрести. А Мишка тут еще свою складывает. Мама телефонный, бля. Он какой-то хуйней тыкает у нас. Мама телефонный домашний. Страшно хуйня. На дороге нам тут недалеко. Меньше километра, наверное. Километр, да? Блин, вот засада. Там же ветки бревна были. Пришли, а тут ручей. Ну ничего, по бревнам можно перейти. Ты главное не навернись такой байдаркой. А вот Вован точно промочит свои кроссовки. Тоже захвастался, что это у меня все заебись, да? Шаня, может тебе какую-нибудь палку для опоры? Преодолеваем брод. Мишани уже прошли. Аж ноги не замочили. О, тоже не замочил. Ну красавчик ты. Блин, а вот тут мы уперлись. В ручеек такой вот. Да, тут нам никак не перейти. По колено в воде только если. Тут же тропинка есть, блин, как люди переходят. По дороге надо идти туда. Там к гаражам придем. Блин. Там он гаражи херачит. Все, здесь нам не пройти. Возвращаемся обратно. И пошли в море мы. Да, сейчас, нет, сейчас идем вот по этой дороге. В сторону воинской части. Надеюсь, там есть переход через этот ручей. Блин, надеюсь, мы не зря идем в ту сторону. Может быть, было проще к гаражам идти, а оттуда уже за машиной. Фу, все, друзья, дошли мы. Больше километра, наверное, шли. Оставляю здесь рюкзаки, лодку. Пойду за машиной. Ладно, друзья, всем пока. Бандерволь.